Дорогие друзья, в этот юбилейный для пожарной службы Беларуси год звучат не только поздравления, но и слова благодарности за то, что вы изо дня в день стоите на страже, оберегая граждан от пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Вы приходите на помощь в самые сложные и непредсказуемые моменты. Вы спасаете человеческие жизни и имущество. А для нас вы, действующие спасатели и ветераны службы, неиссякаемый источник уверенности не только в собственной безопасности, но и в том, что вместе мы преодолеем любые трудности, испытания и, конечно, чрезвычайные ситуации. С юбилеем! Хочу пожелать вам поменьше тревожных вызовов, профессиональной уверенности и личного благополучия. Уважаемые работники, ветераны Министерства по чрезвычайным ситуациям, примите самые искренние поздравления с Днем пожарной службы. Ваш труд требует от человека особых качеств, отваги, мужества, готовности в любых, даже самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действуя при этом четко, слаженно и оперативно. Сегодня перед вами стоят серьезные, отвечающие времени задачи. Ведь от вашей работы зависит напрямую жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, понимания и поддержки в семьях, ну и, конечно же, мирного неба. Дальнейших успехов вам в вашей нелегкой, но такой почетной работе.